Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я снова с вами. Сегодня я открываю новую серию фильмов на тему «Уход за газоном». Немного с опозданием, но все же информация будет нужна и не только в этом году. Наступила горячая весенняя пора для садоводов-дачников. Все загружены делами – и посадки, и подкормки, и борьба с вредителями. Но не надо забывать и о газоне. Он тоже требует внимания к себе. Ведь травка – это те же растения, а значит, им нужен соответствующий уход, чтобы мы любовались густым, насыщенным цветом зеленого ковра в течение многих лет. Нашему газону больше 20 лет, и мы в нем не разочаровались. Что делаем мы? Первое, что нужно сделать ранней весной – избавиться от старой сухой травы, которая бывает на газоне после зимы. Для этого мы приобрели вот такой прореживатель – скарификатор. Скажу сразу о производителе, чтобы потом не писать в комментариях. Это известная с 1961 года фирма Gardena, Германия. Мы знакомы с этой фирмой лет 10, когда приобрели шланговые соединители, быстросъемные, и принадлежности для полива. Один щелчок, и шланг можно удлинить или подсоединить к распрыскивателю. Он работал у нас в радиусе 13 метров. Сейчас у нас автополив, но мы пользуемся садовым инвентарем этой фирмы и понемногу обновляем свои садовые инструменты. Они удобны, надежны в использовании, а стильный дизайн, формы и цвета соответствуют по стилю нашей дачи. Присмотритесь к этому инструменту. Вот такие прочные острые зубья легко вычесывают из газона сухую траву. Они также легко разбивают комки после перекопки земли, рыхлят землю. И удобной формы ручка из мягкого пластика обеспечивает надежный хват. А вот рукоятка из стали с покрытием для защиты от коррозии. И есть еще одно преимущество. Одна ручка подходит для всех садовых инструментов серии комбисистемы этой же фирмы Gardena, что очень удобно. Ручки можно комбинировать. Просто устанавливаем насадку на ручку и затягиваем. Устойчивое и прочное соединение. Вот так. По мере приобретения интересных и нужных инструментов для сада, я буду знакомить вас с ними вместе с советами по уходу за садом. Итак, в апреле сынок Алексей с помощью нового инструмента обрабатывает газон, удаляя отмершую траву с газона. Для чего это делается? Удаляя сухую траву, мы даем большее пространство для роста молодой траве. Она становится гуще и лучше растет. Земля, получив такое рыхление, лучше дышит. Травка приподнимается после тяжести снежного покрова и оживает быстрее. А вычесанную сухую траву мы не выбрасываем, она у нас идет для мульчи на грядке. Столько сухой травы у нас не получалось убрать раньше. Даже страшно становится, а вдруг придется долго ждать, пока газон восстановится. Но посмотрите, как выглядит газон после такой, казалось бы, варварской обработки. Прошло всего 2 недели. Какая разница? Но надо помнить, после прореживания обязательно нужно удобрить газон, подсыпать семена в места, где есть необходимость, и полить. Поливать газон только с помощью разбрызгивателя, чтобы обеспечить равномерный полив. Или орошением системы автополива, как у нас. И, конечно, знать меру – поливать по мере высыхания почвы. А дальше нужно наблюдать, как выглядит газон, хорошо ли он растет. К примеру, если травка за 2 недели не выросла, значит, ей не хватает питания. Травка растет и после каждой обрезки вытягивает из почвы много питательных веществ. Нашему газону хватает 2-3 раз подкормки за год. Удобрения для газона вы найдете в специализированных магазинах. Чтобы газон был густой и красиво выглядел, не надо ждать, когда он вытянется до 10-20 см. Косить один раз за неделю-две. Высоту травы лучше поддерживать до 4-5 см в летний период. Купить садовый инвентарь
фирмы Гардена можно заказать на сайте. Ссылка на сайт дана в описании фильма. Или в специализированных магазинах. У нас это Чиполлино, Кувалда и другие. А пока я не прощаюсь с вами. Смотрите фильмы на канале, заряжайтесь положительными эмоциями. Они так нужны в наше время. Оставайтесь с нами и будьте здоровыми! До новых встреч на канале!